Добрый день. А сейчас мы будем готовить с вами изумительные баклажаны с кинзой, с чесноком. Жареные баклажанчики. Очень хороши. Как тепленькие, как холодненькие. Сегодня, завтра, в течение недельки. Великолепная закуска. Приступаем. Здесь у меня зелень. Сейчас мы соберем всю зелень. Ничего не раскидаем. Мелко нарежем. Чеснок в чеснокодавилку. И присоединяем к нашей зелени. И все хорошенечко перемешиваем. Не бойтесь добавлять чеснока, не бойтесь. Баклажаны его любят. Ой, какой стоит аромат кинзы. Просто сумасшествие. Так, отставляем в стороночку. Теперь приступаем к кабачкам. Ой, баклажаны. Баклажаны наши помыты. Сейчас мы их режем на дольки в длиночку. Нарезали на дольки, теперь мы их посолим. Все очень просто. Берем дольки. Куда положите? Надо на доске, на ту оранжевую я солю. И вот так просто солим. Поверх них укладываем следующие долечки баклажанов. И делаем то же самое. Все это очень быстро. Вот так. Немножко выровнять. Все, вот так вот мы посолили. Теперь готовимся к приготовлению уже непосредственно на сковородочке. Для этого нам понадобится сковородка-гриль. Но на самом деле, если нету гриля, то на любой сковородке все получится.
Обжариваем с двух сторон. Выкладываем. Нет, Зань. Вот так слоем выкладываем и посыпаем. И пересыпаем зеленью. Ехать мы по дворе. Все равно всю зелень превращается. Одна партия уже готова. Здрасте, здрасте, мордочка. Вторую укладываем. Крайние баклажанчики. И вот как раз зелень под них. Такое блюдо баклажаны с зеленью. Приятного аппетита! Спасибо!